Всем привет! Мы сталкер Lost Alpha. И путь наш лежит в Припять. Стемнело? Блин, что-то я, по-моему... Нехорошо все как-то начинается, какие-то подземелья. Но выбора у нас нет. Я надеюсь, здесь никого нет. Ага, так, да? Где-то наверху, потому что не доходит до максимального сигнала, до максимальной частоты. Вот тут уже ближе, вот лежит. Народу-то нету, а вот аномалии порядком. Блин, лысый. Перед ним аномалия? Проводник. Стрелок, неплохо выглядишь. Я смотрю, ты вообще не отдыхаешь. Не говори. Рад тебя видеть снова. Я думаю, ты знаешь о том, что военные установили блокаду вокруг Припяти. Даже несмотря на то, что я могу выжить в жестоких условиях зоны, от переизбытка свинца в организме загнусь даже я. Это да, отравление свинцом серьезное дело, но ты ведь знаешь путь на поверхность через подземные тоннели? Да, этот маршрут, который мы использовали раньше, чтобы идти в ходку на север зоны в призрачный город. Но пси-излучение выжигателя мозгов увеличилось после нашей третьей ходки. Тоннели были залиты смертоносным пси-излучением, где не мог выжить ни один нормальный человек. Но теперь я чувствую, что этот маршрут чист от таких опасностей. Я не помню... того, о чем ты сейчас говоришь. Моя память возвращается ко мне медленно. В любом случае, что ты предлагаешь делать? Система естественных и искусственных тоннелей, которые приведут тебя к центру Припяти. Они долгое время были заброшены, и теперь множество мутантов ожидает беспечную жертву во тьме. Ты меня там встретишь? Увы, я могу только указать вход в эту систему, где я останусь. Множество сталкеров нуждается в моей помощи из-за нынешней золотой лихорадки. Я не могу позволить терять себе деньги, помогая таким балбесам, как ты. Или тем более глупо умереть из-за какой-либо неопытности. В общем, будь внимательнее и каждый сам за себя. Здесь повсюду странные аномалии. Ремонт. Ну, мы почти в норме. Пистолет. В норме, наш пистолет в норме, основное оружие, калаш в норме. 17 тысяч, что-нибудь улучшить напоследок, я бы пси-излучение. Потому что там, мало ли. И все. Ну пока. Дрю. Мне, говорит, деньги надо зарабатывать, нет времени таскаться. Со всякими прохиндеями по тоннелям, а то ножку подверну, как же, говорит, буду. С неопытных сталкеров деньгу собирать. Смотри, как действительно они не работают на болты, не реагируют. Фейерверк. Ух ты, кого-то волокли. То ли туда, то ли оттуда.
Хорошо, что мы тут спокойно идем. Не очень тут перестрелки были. Сложноватые. Смеющееся кресло. О, ох ты, как она с затяжечкой. Это мы еще костюм починили. Нам в голову тут нашептывают. Там вообще была беда. Стой! Нож возьми, овца! Ты видал, как он здоровый? Обычный кровосос, вообще какой-то не берущийся. Заметил, куда он побежал. Следопыт? Или как там, проводник? Что-то нам совсем... Вот это я молоток. Лазит, меня вообще туда-сюда пихает. Я не уйду, пока его не убью. У меня плохо очень с восстановлением здоровья. С радиацией вот хорошо. Что у меня есть по улучшению? Кровотечение минус 2, здоровье плюс 5. Вот так сделаем. Ой, он уже там кого-то где-то, что-то. Сейчас главное не влететь. Больно, конечно. Это патроны казенные, давай ты работай. С ним поинтереснее проходить. Чувствую себя туристом. Один. Укладывай. Оперативное прохождение с ботом. Такого я еще не видел. Женимаш, пассажир, мадам и месье. Вот мы на месте, это вход в тоннель. Здесь я тебя покину. Дальнейший путь проделаешь сам. Я оценю твою помощь. Ты не знаешь, по какому пути нужно идти? Система тоннелей очень обширна. Следи за обстановкой, двигайся с умом и достигнешь подземной железной дороги. Как только увидишь дорогу, знай, ты на верном пути.
Я знаю, что нельзя идти через парк, но я должен. Другого пути нет. На самом деле это не так. Запомни, доверять только своим инстинктам. Они твои самые верные друзья. Еще раз спасибо, проводник. Мои инстинкты говорят, что пора ужинать и спать. Кстати, а что будет, если спать? Пока поохраняет, а мы выспимся. Фонарик выключи, фонарик. Батарейка, фонарик. По-моему, он во сне еще и поел только что. Ротоподъем! Умираю от жажды. У нас есть что попить. У нас есть что поесть. У нас 5 противогазов. Что интересного было, пока я спал? Ничего. Ремонтируешь? А что нужно починить? Да пока ничего. Мы выспались, поели, батарейка на месте. Последний раз, когда нам говорили про тоннели, это было еще в самом начале. Мы там в темнотище бродили. Наверное, вот это вход в тоннель. Следу инстинктом, железная дорога. Говорили они. Тоннели, я почему-то думал, что они в земле будут. Радиации тут. У нас вроде защита хорошая. Чё, вниз прыгать? Тут капец фон. Бери болтик. А где мы сейчас отдалимся? Я хочу посмотреть, что тут за интересные артефакты могут быть. Понадеялся на свои.
диванчик, уже лучше. Радиация зеленая, но я продолжаю умирать. Это не очень. Но... Радиация минус 45. Увеличим сопротивление. Нет, смотрите, мы все равно умираем. В глазах темнее. Притих. Счетчик. Примерно запомнили мы диван, и от дивана там был другой ход. Но правильно он сказал, инстинкты подскажут. Не понял сейчас. Хотелось, конечно, найти радиационное что-нибудь там найти. Крысёнышей вижу. На здоровье же не было. Что-то в голову, что ли, ему не попал. Они только в голову здорово принимают. В основном что-то какие-то они... неприемистые. Машина. Но это не железная дорога. Там вот дверь нас интересует. С сиропом, 1 копейка без сиропа. Опасная зона, но это мы заметили. Допрыгался. Прыгались, молодцы. Сейчас сходим к огоньку. Ничего не положили, пожалели. Если бы я видел там железную дорогу, я бы спрыгнул. Но это может оказаться каким-нибудь гаражом, и мы из него замучимся потом подниматься обратно. Юрик куда-то ехал. Двоих еще слышу. Выздоравливаю очень медленно.
Ящики ни о чем. Похоже, что так. Они могут внизу на нижнем этаже ходить еще. Слышно просто хорошо. О, хорошо там. Ага, и наверху еще есть. Ну давайте на меня набегайте. Некогда с вами тут игру играть. А почему жарко не сработало? Вы чё? Что за антипригарные выходки? Зеленый паразит, надеюсь, пикает не он. Еще не все. Ну, значит, наверху, потому что тут я не вижу ничего. Мне что-то подобрали, удивительно. Башку себе не разбил. Тайник. Тайник, мы ж про него не знаем. Поэтому ничего в нем. Не нашли. Комбинезон Монолита. Я себя перепугался. Подземелья-то обширные. И железной дорогой не пахнет. Там крысы были, вот они какую-то дверь там. Вот в пещеру закрыт. Здрасте. Отворот, поворот. Пахивает тупиком. Там ползла какая-то гнида, посмотрим сейчас. На предмет чего тут лежит, во-первых, сталкер. А кто он? Филька рождественский. Thank you.
Тут тупик, но я не успел посмотреть, может быть, что-то было интересное. О, блин. Чё ж так? Через стенки нормально ходить. Сам всегда так делаю. Аптечки есть, но, блин, нам же потом придется тяжелее. Аптечки эти пригодятся еще. Вон еще куда-то проходит. Хочу вот здесь посмотреть все. Посмотрел. Радиация закончилась. Не могу даже понять, сижу я или стою. То, что здесь лежит аптечка, это хорошо. Нас как бы поощряют. Ага. Берегись автомобиля. А поезда беречься где? Нам нужно поезда. Высокое напряжение опасно. Граждане, снимайте напряжение. О, ну это какая-то прям кинематографическая подстава. Нашел две батарейки. Шел ежик, шел по туннелю, нашел две батарейки. Ходов нет, вниз идти не идти, вопрос.
Здесь закрыто, здесь... Подъем наверх. Вот здесь спуск вниз. Я сохраню сейчас и спущусь, потому что лестница намекает, что мы сможем туда и обратно вернуться. А посмотреть, что тут дюже интересное. Вот это аномалия. Мы, кстати, видели сверху те грузовики. Если что, мы спокойно залезем здесь. Комнат просто бесконечное количество. Невидимые артефакты какие-то подбираем, уже третий. А, это, наверное, ожог, вот эти капли. Колючек прибавилось. Ну, вес пока позволяет, буду собирать. Сменяю на что-нибудь годное. Вот этот. Там дверь, там комната, где крысы. Толпились. Кажется, нас услышали. Дурак совсем, что ли? Диспетчерская. Слышь, там уже топот нехороший. Сырки, видимо, пропавшие все. Ну, за аптечку спасибо. Расписание поездов тут у вас нету? Или там пригородных электричек? Все равно некуда идти. По-моему, сейчас вернулись на тот этаж, с которого изначально начинали. Здоровье вообще не восстанавливается, вот просто никак. Единичка. Все хорошо, но, по-моему, мы уходим на второй круг.
Сейчас мы это узнаем точно. Ага, он попал в эту аномалию. Мягкому варианту пока что. Я бы хотел посмотреть, как сам процесс выглядит. Вот это работа аномалии. Стажеры, что ли, что тут делали? Устроили перекур в неположенном месте. А вот доска, по которой я стрелял. Я был снизу здесь, так что на этом этаже не был. Бутылки просто так. Тоннель увеличивается, это хорошо. Чем больше тоннель, тем больше он похож на тоннель. Поезда. Угу. Приехали. Опасная зона. Куча отметок, но что-то нету никого пока. Угу. Правила и нормы установлены в... По-моему, пора бежать. Шесть человек, мы куда-то приближаемся. Надеюсь, это действительно хорошие люди. Она живая, что ли, еще? Вылазь сюда, бронебойная крыса. Да япона, мама.
регенерации прям беда. Эти тоже стали неубиваемые. Ну, не хотят по-хорошему, будем по-обычному. Крысы, наоборот, стали злее. Я же их уже резал, как этих. Это вообще половина крысы какая-то. Что на ней написано? Просто крыса. Оттуда, да, они шли? Здесь тупик. Тоже тупик. Ну, хоть что-то проясняется. Вниз, видимо. Тут без вариантов. А, все, радиация ушла уже. Очень прикольно сделаны эти подземелья. Вот что-нибудь, чтобы жизнь возвращала. Каракатица, разрыв. Компас, кровотечение минус 2, разрыв.
Вот душу бы вставить. Это выносливость, это радиация. Артефакт создан, каракатицы. Это у меня еще в чемодане что-то там создавалось. У меня уже 3 каракатицы. Молодцом. Хоть какое-то движение началось. Полоски здоровья. Приготовиться к забегу. Да спрыгать надо было, а не спускаться. Стоять! Нудист. Оперный театр. И что нам сюда? Лестница, ну лестница же вылазь сюда. Не лезет. Ночных звезд уже 5. А, это каменный цветок, я их путаю с этими. Что по результатам? Видим чистое место. Нормальное освещение. Метки, скорее всего, зомби. Ящичек вижу, интересно. Найти документы с паролем от двери. Вы издеваетесь там? Зачем? Он, да, дробовик я таскаю на всякий случай. Уже максимальный вес близок, так что мы это... Выгружаем. К
килограмм на 10 нам полегче будет бегать. Ох, как красиво. Где документы? Мы были уже в диспетчерской, там ничего не было. А больше я и не знаю. Батарея 6. Здесь попробую сейчас наверх залезть. Там, потому что вот лестница есть, но почему я не могу вот тут вылезти? Да в, наверх залезть. Не может, не может, гаденыш. Забраться. Может быть, это в одну сторону лестницы. На стульчике сидел. Прикольно. Это вот она, лестница, а здесь... Здесь нифига. Голодранец был без документов. Почему у меня горит попить воды, когда у меня вот... Недавно напитый. По коридорам побродим, что остается. Это мы еще даже железную дорогу не увидели. Интересно, как далеко возвращаться придется за документами. Ты давай-ка. Может, он там? Красавчик! Что сказать? Потому что там поворот, и непонятно, есть или нет выход. Можно дверь открыть, чтобы дорогу скоротать? Капец, далеко возвращаться. Куда отметки? Ну, патроны есть, это зомби, скорее всего. Полностью заряжен, готов для следующего использования. Да я выбросил все. А, стоп, а зачем я таскаю с собой костюм? Не-не-не-не-не-не! Мама! У тебя документы есть? Пушонка у него, вот все документы. Водичка у меня есть? Вода есть.
Что-то мне кажется, надолго. Мы тут залипли, потому что огромный просто комплекс. Шел оттуда. Здесь мы везде были. Это крововоротом. Это тупик. Тоже тупик. Тут, в принципе, одна дорога, не заблудишься. Вот здесь мы не были еще. Да японский городовой. Может, откроется? Сейчас. И наверняка где-нибудь в очкурах документы лежат вот в таких, что и не увидишь. Он как быстро радиацию выводим, а все равно страдаем от нее. Кто знает. Привет всем. Скучно, пишите. Не заметил, как здоровье все куда-то сдулось. Ага, вон еще. Дофига. Да, есть какой-то проход. Да, блин. Что еще от радиации у нас? Что такое действенное? Вот, радиация минус 20. Выносливость тоже полезная штука. Компас нам поганит чуть-чуть. Пробуем так. Есть шанс туда запрыгнуть? Здесь выбираться. Этот тоннель мы полностью прошли. Крысы где бегали? Наверное, надо туда возвращаться. Они в какую-то дверь бежали, значит. Открыть ее можно, иначе какая-то комната там есть. У вас случайно нет документов с кодом от двери? Наверное, должен быть труп какой-то. Мы нашли единственный труп, но это труп сталкера, не работника. Прикольно, можно тут спуститься.
потому что там внутри, который он мог быть через этаж вниз. Но здесь мы были, здесь Йорик сидит в УАЗике, все помню. Вон он. Только документов нигде нет. На нижнем этаже мы так и были, вон они, мышицы. Оттуда мы пришли изначально. Я вижу какой-то листик и... А мы тут не одни. Путешествуем. Обыскать ящик. 40 дробей, 2 винтовки. ТОЗ 34 я бы, конечно, взял. Но мне-то нужен пароль. Такой обман, да? Обалдеть можно. На этом мысль-то останавливается. У меня на эту комнату были все надежды. С другой стороны, она прямо у входа практически. Глупо было надеяться, что положат у нее. Да ладно, не очень сильно ушел. Тут уже были, он валяется, гражданин. Мы здесь не были еще, ух ты. Колесико-то услужливо пододвинули. Но, к сожалению, не оправдалось. Тут разукомплектовал трактор. Ноль. Успешных находок ноль. Это диспетчерская машина теперь в этот раз. Он даст нам документы, нет? Ничего вообще. Ну где-то должны быть помещения, где еще? Или человек где-то лежит с паролем. Или комната, все, у меня больше идей нет. Пришли мы оттуда, значит, ушли туда. Возобновим движение, чего уж. Начали где-то надо в опасных местах смотреть, где пропустили ответвление или типа того. Тут ничего нет, лестниц нет, просто доска лежит. А, Валяра тоже снимает радиацию. Ну, мы хорошо подготовлены, другое дело, что... Не ясно пока, где искать. Нам бы еще батареек. Они садятся медленно, но их мало.
направлении есть какой-то зелененький маркер. Пробуем его обследовать, тем более на нашей высоте. Эй! Вынуждены уходить оттуда. Проход. Но стрелочка показывает прям вот, вот прям вот они, документы. Значит, там где-то подъем есть к ним. Тут есть наверх лестница. Ага, это БТР, но это не тот. Загадка. Давайте, наверное, отключусь, побегаю. Потому что мы уже так все увидели. Если что-то будет интересно, я включусь, но, скорее всего, надо будет просто бегать и где-то пропущенную искать. Я с тобой напугали, дурачье. Вон они внизу. Прыгнуть к ним. Но это, по-моему... Был я на том этаже. Где-то тут... Ну, ну давайте за этим избегаем. Так не спускается. Бах, так спускается. Пароль есть. Ох, у него хороший дробовик. Я тут уже давным-давно все облазил. Гроза.
Это самое начало путешествия. Вот пещера закрыта. Та-дам! Зря спрыгнули. Ладно, побегу на второй круг. Если найду место, где пропустил. Тут дальше я бегал, да, вот это опасная такая. Оба-на, а ты? Не обыскивается. В общем, как найду, включусь. Потому что тут одно и то же надо будет оббегать миллион раз. Прочешу сейчас весь этаж. Так, этаж за этажом. Смотрите, я за этими вот прям... Ой, за зомби прошел вот этот участок. И такая же лестница, по-моему, выходим туда прям, куда нам надо. По крайней мере, очень близко. Обман. Не открывается ничего. Кроме пистолета ничего нет. Отбой. Пистолет подобрали, правда, хороший. Рядом. Гордон Фриман. И дробовик даже из Half-Life. В общем, продолжу и вернусь, когда найду. Потому что, видите, рядом совсем, только подняться. А мы чуть-чуть не доподнялись. Буду искать. Смотрите, что нашел. Бегаю по очкурам. Сюда еще не забегал. Че, костюм субботовская? Смотрим, куда спуск. Я тут был, вот отсюда пришел, по-моему. Тихое место, постою, остановлюсь.
Оба. А, ну да, я вот отсюда вылез. Это я с самого начала вернулся. Где этот стоит? Продать ему жалко нельзя костюм. Он все равно копейки стоит. Только мусор. Я мешочник, не сталкер. Ну, пойду, значит, заново. Вернусь, когда найду. Я думал, что-то новенькое нашел. Может быть, там было. Могли быть документы, поэтому включился. Продолжаю. Еще одна заначка. Снова пустая. Я вернулся уже до дивана. Всю последнюю аптечку израсходовал. Стою, лечусь. Нашел, похоже, я место. Вот тут я все время пробегал, но радиоактивное. Смотрю, сейчас труп сталкера я раньше не видел. Смотрю, вторая рука. И мостики вон куда. Нам надо туда как-то забраться. Тут я точно еще не был. У меня уже ни аптечек, ничего. Ура! А где? Не могу подобрать заваленное обломками. А, я думал, это аптечка. Улучшенный детектор аномалий. Здрасте. 41-34. Всему обслуживающему персоналу механизмы пропуска главной двери были заменены. Дружок, ты, конечно, умеешь прятать секреты. Тут вообще без разговоров. Сейчас буду только вспомнить. Туда я бежал или оттуда? Оттуда. Да, вот я тут все время вот так вот бежал и не замечал. Хорошо, сейчас магию увидел. Пролази! Нет! Все наоборот. Быстрее, нам нельзя хватать радиацию. Лечиться нечем. Сама надолго выводится. Сейчас нам нужно все время вниз. И двери все не открываются, а тут уже как дома. Всеми ли знаю. Так, сейчас будет радиация, надо восстановить выносливость, чтобы пробежать. Выйти пытался лазить, ну, подобные.
Или... Давайте, наверное, у двери уже вернусь. Подземелья, конечно, прикольные. Но я думаю, вы на них уже насмотрелись. А что горит? А, открыть дверь, все правильно. Зомбаки появляются время от времени. Правильная дорога, идем. А теперь бежим. А я говорю, бежим. Чуть-чуть осталось. У меня дроби, наверное, перебор. И консервов. Здесь уже вроде бы все, не потеряешься. Да елки-моталки. Потихоньку подкипает радиация. Сейчас вниз и бегом. Сорок один, 34, да, по-моему. Обрулили все. Красота. Двое, трое, сейчас начнется опять. Мужик, ты с какого района? Сорок один, 34. Железка. И это еще не все. Хлобысть.
Давай на меня. Попробую без патронов пройти. Хорошо, бронебойные патроны. Девятнадцать человек! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот откуда мне вот такая плюха прилетела? Вообще ничего не видно. Собственно, друзья. Надо было дострелить патрон. Фига себе. Всем с ума посходили. Аж дверь. Стальная. Замоталась. И ты куда там? Пишуни. Бронебойных вроде бы убрали. Сейчас надо пробежать, что ли. Проще так делать, достреливать нечетное количество. Кажется, это было только еще пол дела. Выход найти. У меня такое ощущение, что здесь только бегом. Слишком их дофига. Но с другой стороны бегом. Это однозначно попасть под них. Thank you.
калаш брать. Патронов бы насобирать. Дадут, не дадут. Лет бронебойных аналогов. Нифига себе, шагающий экскаватор. Главное с оружием, чтобы не было. Зомби медленные. Прыгунов я отстреляю. Куда бежать? Что делать и куда бечь? Извечные вопросы. Сейчас нам непосредственно... Бегут ко мне как к родному. Кому сейчас легко? Жутенькое место. Ага, и мы из него еще не ушли. Сорок шесть. Самое неприятное, что была уже стрельба пулеметная. С автоматического, вернее, оружия. Блин, как грандиозно. Я бы тут хотел полазить, походить, но это что-то, мне кажется, по патронам будет неподъемно. Это изменит твою жизнь. Ты устал от безденежья, хочешь распоряжаться своим временем, контролировать свою жизнь? Стань стримером. Возьми свою жизнь в свои руки, войди в общество успешных людей. Звони колокольчик. Вон, наверное, наверх выход. Как-то надо на комбайн попасть. Мочи.
это такое? Тихо, ребятки. Не обращайте внимания. Я уже ухожу. Там какая-то будка. Я что-то не помню, нам туда надо? Я в будку хотел. Вот тут лесенка для белых людей, все как надо. По крайней мере, мы уровень подняли. Поднялись на уровень. А ты прикольный. Надо, конечно. Да ладно. Не дадут порулить. До свидания. Где-то не близко прям. Ну дали прогуляться, конечно, вообще масштабно. Смотрите, как... И они прям в Припять выкопали, нифига себе. Вон уже город видно. Масштабецко. Как они комбайн сюда засунули? Вопрос. А как мне туда попасть? И куда туда? Он туда, наверное, куда-то. Это похоже в самый низ. Thank you.
Сбейсь. Продолжаем разгружаться. Други. 80 мне ну нафиг не надо. Две пачки возьму. На всякий пожарный. Похоже, сюда мне, причем по стреле прям. Да нет. Бесполезная, быстро. Ну я вот кроме этого ничего не могу придумать. Но она, по-моему, не сходит. И титьки на титька откуда? Я застрял тут, кстати. Больше-то все равно некуда. Ой-ой. Ну все. Полазил, конечно, душевно, но мне-то результат нужен. Ой-ой-ой. Тот комбайн тоже в никуда. Я думал, дорогу покажет, спустится. Тупиковая, по-моему, идея была сюда залазить. Или надо куда-то отсюда прыгать. Я бы туда прыгнул, но я не вижу. Ну, сейчас вижу.
в ту сторону бежать, но я оттуда прибежал. Спокойно. То есть досточку шутники поставили. Там и лестниц нет, я даже не буду пробовать прыгать, потому что нету лестниц наверх. Фу, блин. Тот, у которого руки застряли. Попытка номер два. Откуда мне место берется? Я не могу понять. Каждый раз больше и больше патронов лазит. Я успел схватиться. Так бы с крана. Лобысть. Все, выбрались. Куда-то. Оказалось, только на минутку. Мы возвращаемся в тот же зал. И снова здрасте. Тонкая обман. Скажем так. Фига себе, кто-то тут вырывался. И лавочка стоит. Запечатлим еще раз грандиозность.
и ходу от седла. Да, заход получился, конечно, очень интересным, сложным. Здесь настоящая война между военным и монолитом. Держись на чеку, будь предельно осторожным. Найти путь в Припять. Выполнено. Меченые военных атакуют монолитовцы недалеко от твоей позиции. Поторопись, я боюсь, без твоей помощи они погибнут. Помочь военным убить монолитовцев. Обязательно поможем. Уже в следующий раз. Потому что мы и так грандиозно загуляли. Спасибо вам за внимание, за терпение. Всего вам хорошего, удачи и пока. Игра продолжает радовать и удивлять. Подземелья великолепные.